Привет, народ, с вами Фрост, добро пожаловать в Даст, и я продолжаю. Продолжаю искать всякие интересные вещи. Так, продолжаю искать, да? Ага, здесь я явно был. Это тупиковая ветвь. Ветвь, судя по виду. И сюда, наверное, идти не стоит. Возможно, там будет какой-нибудь телепорт, и я выйду. Но, судя по первому впечатлению, здесь тупик. То есть, впечатление уже не первое, но поскольку у меня была такая длительная пауза в гейминге. Воу-воу-воу, какое все красненькое. А где же те грибочки-то? Видно, что я здесь бывал. Ё-моё. Ну, я не буду мануалы открывать в поисках, скажем так, того, что не смог найти собственными силами. Тут я навык получил. Да-да-да, помню. Тут я навык получил. О, нифига себе, меня понесло. Замкнутый круг, короче. Так, ладно. Тут я получил навык, окей. Сейчас мы, блин, вспомним, что тут, как. Да, тупиковая ветка, блин. Моих приключений. К сожалению. К сожалению, а там мне явно не хватает. Вот это ты упал, красава. А там мне не хватает. Не хватает ключа, чтобы открыть ту дверцу. Вот же ж говно, блин, а. Хотя нет, стоять. Эта штука должна взрываться. Это я уже, наверное, у меня... Не, хотя нет, это не взрывается. Или взрывается. Я что-то, блин, у меня провалы в памяти. Вот такие желтые взрываются или нет? Вон там гигантик. Гигантик. По-моему, эти взрываются. А где мне достать такую взрывоопасную штуку? А вот она, родимая. Ну ничего себе. Ничего себе, я тебя должен через весь этот ад провести? Деточка, это, блин, будет сложно. Ко мне, постарайся ни во что тут не врепаться. Блин, секундочку. За мной, блин. Отлично. Не знаю, что я подобрал. Красный шар. Красный шар. Непрозрачный хрустальный шар. Для чего он нужен? Ай-яй-е. Ай-яй-е, для чего он нужен? Ну ёпта. То есть и здесь я секрет открыл. Непрозрачный хрустальный шар. Для чего он нужен? Да хрен его знает, для чего он нужен. Он вообще в каких отделе? Красный шар, непрозрачный хрустальный шар. 6000 стоит. Да. Чтобы нас так, судя по всему, этот мох растет только в темноте под сенью гигантских красных грибов. Только в темноте. Так, ну ладно. Двигаемся наверх.
Колючки. Так, пока все получается. Блин, батл тотс, это вся хрень мне напоминает. Все эти колья, не знаю куда, налево. Слы, ты не знаешь, зачем нужен шар? Чувак, зачем нам нужен шар? Ну, то есть впарить я его могу, да? То даже это я могу продавать, что ли? Да ну оставим, как бы, ух ты. Гидрокостюм, перейти в режим покупки. У меня что, два гидрокостюма? Ух ты, блин, это чё такое? Так, 6 атака, 3 удачи, восстановил. Ух ты, тут текст, капец. Чем дороже, тем круче. Этот кулон несет великую ношу, как будто сам прошел через многие сражения. Так, кулон воина. Так, давайте этот впарим. А там потом посчитаем, что у меня тут есть. Да-да-да-да-да, погодите, у меня тут какой-то кулон хитро сделан, а ну. Вот тут схем. Кулон святого. Ничего си! Ничего си! Беру! 12 тысяч. Да блин, пока и с тем, что есть, играется. Сказал он. Так, это продать. Все, отлично. Окей, окей. Watch your back. Береги задок. Передок. Так. Мед под так. Там мы тоже все разведали. Вот здесь у меня осталась загадка, сука, неразгаданная. Как так получается, не пойму. Прям в городе и нерешенная загадка. Вот как так-то, блин? Как так-то, блин? Вот как так-то? Так, не понял. Пещеры, погодите, куда меня занесло? Секунду. Да, блин, карта. Какая тут кнопка? Карта, ё-моё, клацает оно так. Там не найдена ныка, и там не найдена ныка. Ах ты ж, ёшкин кот, блин. Ну ладно, идем. Я упал, я упал, я упал, я упал. Так, идем, идем. Нет тут никакой нычки в небесах. Да вроде нет. Ладно, идем дальше. Так, этот уровень мы прошли. Здесь есть несколько вариантов. Наверх. О-о-о-о. Куда как-то подняться наверх? Вон туда, туда мне надо, блин. Туда. Так, 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 так. Сейчас мы. Братюндели! Есть работа. Сюда. Сюда, 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 сюда. У нас есть тут работа. Работа. Работа называется электричество. Не-не, вот здесь. А я потом включаю это свой. И типа залетаю туда, не? Так, я помню, я парился с той штукой, но так и не смог взять. Так, братишки, что же вы так-то, а? Что же вы так-то? А ну сюда. Никому не умирать, от такого никто еще не умирал. И потом я... И потом я так вот так вот так и, кажется, его подобрал. Да, сука, долго я парился, но получилось. Так, надеюсь, тут одна нычка была. Ну, остановись, мгновение. Так, отлично. Есть вариант куда-то в космос и... Так, в космос идем, в космос. Так, погодите.
Так, все это, блин, интересно. И так, я пошел налево. А ну, успокоились. Я ни хрена не вижу. Карта, появись, блин, не сюда. Как-то направо. Где-то тут выход направо есть. Где-то. Так, момент. Нет, снова не то. Что за херня? А как туда наверх? Па-па-па-па-па. Вот так-то. Мудаки, блин, с этими вашими секретами. Классно, блин. То есть я должен туда вылететь на супер-мега-дикой скорости? Окей. Тогда мне надо много врагов. Сюда. Братюньки, все сюда. За мной, так я понимаю, вы кусаетесь. За мной. Идем вправо, 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 вправо. Вас надо до хера. Вас надо до хера, прям капец. За мной. Так. Туда, в космос лети! Ну и что? Этого мало, блин. За мной, братюни, за мной. Надо вас прям, я не знаю сколько, прям пипецки до хера. Давайте вот так сейчас. Не-не-не, живите, никто не должен умереть. Вы мне нужны. Подлюка. Туда, в космос, космос, и так, уи, туда прям. Сука. Надо кого-то бахнуть так. Контратака, ё-моё, это было офигенно. Так, почему? Блин, ты глянь, как они ныку сделали. Ну не нагло, ребята. Козлины. Это я все о разработчиках. Козелы такие, блин. Зачем так? Ну это сложно. Ну зачем так делать? Так. Народ, поднимайтесь все в небеса. И я такой только... Отчаянно туда налево. Нихераски. Блин, суки. Ну как? Как вот это туда попасть? Ну как, блин, а? Сучки. О, давай с тобой мы провернем эту штуку. За мной, братюнька. Электрический друганька, за мной. Сколько у вас тут таких? Ты один, не? Давай, электрический друганька, за мной. За мной. Давай, я тебе верю. Вот тут еще друганчики. Давай. Мы так все дружно сейчас. Вот так, он пришел. Давай, братишки. Я тут даже постою. Окей, давайте все кусайте. Молодцы, красавы. Херня. Куртка кого? Куртка кого? Блин, ну нычку я вижу, я знаю, как туда попасть, и не могу, но обидно, блин, ну ёпересети, давай, ну ёпересети. Ты тут не хочешь отсюда как-нибудь туда мне? Не? Закончилось это, надо левой побить кого-то. Все, собралось.
подлюки. Ну как же можно было так сделать? Там врагов надо собрать, целую толпу. Так, за мной. Сейчас мы найдем толпу врагов. Вот враг, отличненько. Тут кого-то безмолвие, все, нам всем больно, капец, безмолвие. Все, давай, еще врагов, этих мало. То есть их мне не хватает для полного счастья. Где вот тут еще где-то летал такой челик? Где ты там? Давай, красава. Где и ты? Давай, 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 все, за мной, за мной, за мной. У нас есть цель. Не пулять дебила, а идти за мной. Давай, 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 давай. За вот этими троглодитами, за мной. Красава, то не поубивайте друг друга, идиоты. То есть ключик взял, думаете, я эту штуку не возьму? То есть можно, ребята, перематывайте к моменту, когда я возьму или плюну на это дело. Красавчики. Так. И туда на супер мега скорости. Нет, так он не подлетает сильно. Я не пойму, как туда попасть. Он-то не подлетает сильно. Нормальная нычка, блин. Хоть бы двойной прыжок, что ли, он выучил. Пошли в жопу, мне надоело. Я пытался. Я пытался быть дружелюбным. А у меня не получилось. Так, ладно. Не судьба. А, вот еще чуваки. Блин, может, если бы этих я всех туда позвал, то получилось бы. А ну, придурочная идея. Так, первая мысль. Восстановить эту штуку. Восстановил. Вторая мысль. Блин, ё-моё. Вторая мысль. Чудики, за мной. За мной. Никто никого не убивает. Все за мной. Оп-оп-оп. Давайте, прыгаем, прыгаем. Вы что, наверх не можете залезть? Вот сюда, ну. Вы что, гоните? Печально. Вижу нычку, но добраться не могу. И это печально. Так, а ну карта, покажись. Вниз карта говорит. Так, здесь тоже где-нибудь секретик есть, тоже, который я хрен найду. Так, где-то здесь секрет, окей. Ты секрета тут не видел? Блин, секундочку, что за... А вот он, родимый-то, с той стороны. Как к нему добраться? Я готов. Блин, вперед. Чуть не упал. Не понял. Не понял. Так это же высоко, блин. Такое чувство, что герою надо двойной прыжок изучить. Да. Нехорошие разработчики ограничили так меня. Окей. Сопли тут какие-то. Неужели этих аж туда надо провести? Да, вы гоните. То есть вот так, ну, пошли за мной, бла-бла-бла. И вот так потихонечку, да? Давайте, давайте. Ну что вы тупите? За мной, за мной, за мной, за мной, блин.
За мной красава, вот самый смелый. Респект тебе, давай, малыш, иди за папочкой. Иди ты там, блин. Ты идешь, дебила, кусок, не? Да блин, ты еще убейся там. Не, он убился, но это ненормально. Это нездоровая атмосфера. Ладно, может грибы какие-нибудь найдутся. Куда-нибудь вниз. С дороги, скотиняка. Блин, куда-то не сюда. Ну надо, не сюда оказалось. Ладненько. Ну, надо же. Как все сложно. Как все сложно-то. Долбаные рыгачки. Блювота. И где я? Хрен его знает. Так. Достаточно я глубоко, но все-таки не вижу я никаких грибов, блин. Зачем эта штука тут надо? А темно тут, кстати. Может, грибочки здесь где-то и есть. А? За мной хрень, а то ничего не видно. А вот и тут должны быть грибы, не? Не тут. Фига себе, я на дне. Куда-то прошел не туда, ну и мать его так. Там, кстати, вправо был выход. За мной непонятная хрень. Вот это, блин, это вам не грибы? Ну, блядь, гриб же, ёпта. Так, мазафака. Нет, там мох надо, а не гриб. Там надо мох вообще-то. Мох растет только в темноте. Это то место, которое я в прошлый раз таки не смог побороть. Прыгал, блин. Так, ничего толкового я и не напрыгал. Только башкой бился постоянно. Да, блядь. Да ёперисити. Ёперисити. Келемини. Блин, сука. Блин, наушники разрядить. Нет, только не это. Вы разрядились очень не в тему. Куда-то туда наверх. Блять. А как падать, так, блин, через, я не знаю, все. Нифига не помню. Нифига не знаю. Так, смотрим тут направо. Вот ты мох или ты не мох? Вот скажи мне. Ты не мох.
Куда тут, блин, идти? Сейчас мы еще фонарик возьмем. Фонарик. Помню, как я тут страдал. Помню, помню, блин. Мать вашу. Бабах. Бабах, Киан. Я ничего не вижу налево, блин. Вау. Я забыл об этой кнопке. Это я что-то меня потянуло правый стик нажать, а он же делает вот такую херню. Вот такой он делает. Так, мой свет вперед. Да блин. Чёненько. Теперь хоть меня не так жизни отбираются, как раньше. Блин, то уши, я знаю, что вы разрядились. Хватит пищать. Так, куда-нибудь сюда, потом вот так сюда, так тут налево, тут направо. Ну и чё, куда, блин, дальше? Хер его знает, ничего не видно. Ядерен батон. Ну ни хера себе. Красный мох. Ну хотя бы часть квеста я выполнил. Ну как бы часть своих проблем. Так, это неплохо. Время 27 минут. Сейчас мы может даже его и успеем сдать. Ну это маловероятно. Ну а вдруг? А вдруг, блин, долбаные уши. Это я понял, что вы разрядились. Успокойтесь. Так, погодите, так, идем строго налево. Так, по сути, что у меня там одна хрень. Я, в принципе, вижу цель, но не знаю, как туда добраться. Так, погодите, я запутался в шнурах, так, окей. Вижу цель, но не знаю, как туда добраться. Вот так надо разгоняться, блин. Вот как сейчас. Вот это разгон был, так разгон. Нахер. Косой. Вот так надо разгоняться. Куда-нибудь влево. Нет, нихера. Не влево. А куда? А куда мне идти? Это тут очевиха, да? Привет. Так. Порталу. Ну, мох нашел. Хорошо это или плохо? Зачем вот эта штука? Она явно где-то нам понадобится. Вот ее же можно взять с собой. Так, погодите. Я нашел мох. Мох. Кто там? Кому там надо был мох? Так, тебе? Hello again, Flohop. Hello. Hello, young man. I hope we found some clumps of red moss for you. Oh my, yes. These are lovely. They'll last me for quite a while. Here, why don't you stay? Похлебка, самая лучшая похлебка в вашей жизни. Хотите? I appreciate the offer, but we're kind of in a rush. So we'll take it to go. That's a great idea. All right, here you go. Как быстро ты ее сварил. Возьмем ее с собой, блин. И что? И что? А кстати, все еще здесь нычка где-то есть. Не все еще здесь закончилось. То есть все еще секрет здесь отмечен на карте. Ну блин, ля, нычек подделали, а? Что-то с этими овечками подозрительно, что они так блестят. Ну ты глянь,
поныкали тут всего. Негодяи, от негодяи эти разработчики. Запутать меня хотят. Знаете, что ж тут неспроста, по-видимому, чуваки. А где тут Деган? А ну иди сюда, где он этот придурочный? Ко мне. Тем-тем, сюда иди. Так, окей, красава. Тут что-то тарахтит. Помоги мне вниз спуститься, животное. Красава, так, ты летаешь. Давай, красава. Так, чуть-чуть-чуть. А я типа вот этой херню типа должен в космос улететь. И это самое, не? Ну тарахтит, я же слышу, что там что-то тарахтит. Короче, загадки загадками. Блин, час потратил, но не все смог решить. Так, братишки, сохраняемся и валим отсюда. Надоело. Все, следующая глава у нас будет четенько. Идем по сюжету. Так как, блин, ну, не могу я найти все нычки, которые даже могу. Но не могу до них допрыгнуть. Все, пока-пока.